них 85 полов вместо мужского и женского. У них публичные дома для зоофилов. Они узаконили педофилию. Они теперь в стадии рассмотрения закон о признании нормы инцеста. Ребенок, например, в ЕС 3 года должен выбрать себе пол. Если ребенок себе пол в 3 года не выберет, значит, ребенка из семьи ювенальная юстиция изымает и отдает их семьи гомосексуалистов.